Всемирная организация здравоохранения ВОЗ бьет тревогу. Результатом чрезмерного использования антибиотиков и злоупотребления ими стало распространение новых форм бактерий, устойчивых к любым препаратам. Это может привести к массовой гибели людей от простейших инфекций, с которыми успешно боролись уже несколько десятков лет назад. Проблему стали осознавать в начале 2000-х годов, когда супербактерии атаковали не только Индию и Пакистан, но и Великобританию. Это не просто региональная проблема, присущая только бедным и развивающимся странам или только богатым развитым странам. Это общая тенденция для всех стран во всем мире. Авторы отчета ВОЗ предполагают, что в некоторых странах более половины пациентов уже не реагируют на антибиотики. Речь идет в частности о бактериях, вызывающих пневмонию, диарею и инфекции крови. На сегодняшний день существует две главных опасности. Первое – злоупотребление антибиотиками в пищевой промышленности и животноводстве, говорит микробиолог Жан-Батист Рона. Дело в том, что в США и в других странах уже давно используют антибиотики для ускорения роста. В Европе их применение в таких целях ограничилось с 2001 года. Вторая опасность – это злоупотребление антибиотиками при лечении людей. Перед фармацевтами всего мира встала задача как можно скорее разработать новые эффективные антибиотики. А Всемирная организация здравоохранения призывает улучшить надзор над рациональным применением новых и будущих лекарств.